Здравствуйте, мальчики и девочки! Я Олеся Клоунесса, ведущая детских праздников. И сегодня у меня для вас новая сказочная история, которая называется «Теремок». Стоит в поле теремок, бежит мимо мышка-нарушка. Увидала теремок, остановилась и спрашивает: «Терем, теремок, кто в тереме живет?» Никто не отзывается. Вошла мышка в теремок и стала там жить. Прискакала к терему лягушка-квакушка и спрашивает: «Терем, теремок, ва, кто в тереме живет?» «Я мышка-нарушка, а ты кто?» «А я лягушка-квакушка». «Давай жить вместе!» Лягушка прыгнула в теремок, стали они вдвоем жить. Бежит мимо зайка-побегайка, остановился, весь трясется и спрашивает: «Терем, теремок, кто в тереме живет?» «Я мышка-нарушка, я лягушка-квакушка, а ты кто?» «А я зайка-побегайка, иди к нам жить!» Заяц-скок в теремок, стали они втроем жить. Идет мимо лисичка-сестричка, постучала в окошко и спрашивает: «Терем, теремок, кто в тереме живет?» «Я мышка-нарушка, я ква-лягушка-квакушка, я зайка-побегайка, а ты кто?» «А я лисичка-сестричка, иди к нам жить!» Забралась лисичка в теремок, стали они вчетвером жить. Прибежал волчок-серобачок, заглянул в дверь и спрашивает: «Кто в тереме живет?» «Я мышка-нарушка, я ква-лягушка-квакушка, я зайка-побегайка, я лисичка-сестричка, а ты кто?» «А я волчок-серобачок, иди к нам жить!» Волк влез в теремок, стали они впятером жить. Вот они в теремочке живут, песни поют. Вдруг идет медведь косолапый, увидал медведь теремок, услыхал песни, остановился и заревел во всю мочь: «Терем, теремок, кто в тереме живет?» «Я мышка-нарушка, я лягушка-квакушка, я зайка-побегайка, я лисичка-сестричка, я волчок-серый-бачок, а ты кто такой?» «А я медведь косолапый, иди к нам жить!» Медведь и полез в терем. Лез-лез, никак не может влезть и говорит: «Я лучше у вас на крыше буду жить». «Да ты же нас раздавишь!» «Нет, не раздавлю!» «Ну так полезай!» Влез медведь на крышу и только уселся. Тара-бабах! Затрещал теремок, упал на бок и весь развалился. Еле-еле успели из него выскочить мышка-нарушка, лягушка-квакушка, зайка-побегайка, лисичка-сестричка, волчок-серый-бачок, все целые и невредимы. Принялись они бревна носить, доски пилить, новый терем строить. Лучше прежнего выстроили. Ну что, мои маленькие друзья, а сейчас время смотреть мультфильм. Садитесь поудобнее и смотрите повнимательней. А я с вами прощаюсь и желаю вам спокойной ночи. Всего доброго, до свидания, до завтра.